Звездный промоутер Павел Пичугин, известный как Паша Фейс-контроль, скончался в Москве в возрасте 38 лет. Мужчина не дождался приезда скорой помощи. Павел умер в собственной квартире. Он сам позвонил в скорую, почувствовав недомогание. Однако медики не успели помочь промоутеру. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Причиной смерти называется остановка сердца. У Паши Фейс-контроля было подозрение на тромбоз из-за недавно перенесенной операции на колени. Музыкант Дмитрий Ёжиков рассказал о смерти друга. «Точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома один», — рассказал он в интервью телеканалу 360. Друг промоутера подтвердил, что медики заподозрили у него тромбоз. Павел Пичугин стал Пашей Фейс-контролем после нескольких резонансных инцидентов. Однажды он не впустил в клуб родственника принца Чарльза. Во входе в заведение промоутер отказал и Филиппу Киркорову, когда поп-король повел себя неадекватно. Дискотека «Авария» и диджей Smash в 2008 году выпустили песню «Паша Face Control», посвятив ее Пичугину. Песня и клип стали культовыми для своего времени. Накануне ушел из жизни знаменитый модельер Патрик Луи Виттон. Рэпер Дицл скончался от остановки сердца. В 46 лет умер продюсер «Дозоров» и «Иронии судьбы». Продолжение.